Привет, с вами Беляков Алла и Беляков Иван. Ну, как там надо? Мы в гостях у Илюшки. Илюш, привет. На ночевку я у него, а ты тоже на ночевку, мам? Да, я тоже остаюсь у Илюшки вместе с тобой в гостях. Опа, Ваня спортсмен сегодня прыгает. Я так, тоже. Илюш, расскажи, тут твоя игровая комната, да? Мама, мам, классно. Мама, а, мам. Да. Смотри. Слушай, на третью твою зарплату, на третью, ага. На третью, это то есть, нет, на третью, а не на вторую, на третью зарплату. Пойдем лучше, Вань, Илюш, покажешь баню. Мам, слушай, на третью зарплату, да. Ты мне купишь это... вот этот лего, смотри, мам, поняла, на лего третью надо. Зарплату купишь вот, вот это лего и надо. Вот это. Все. А вот это мне с мороз подарит. Вот это. Какие большой. А Дима мне Романов подарит, вот это тут голова дартс. Хлеба. А тут вообще. Красота. Моя мечта. Где тут свет, Илюш? Так, это у нас массажный стол. Бонька-нонька. Так, тут свет, что у нас тут? Душ. Душ. Красотень. А тут сама баня. Чё? Скоро мы пойдем в баньку. Ой, свет где? Не знаю, где свет. Все темно. Ну, в общем, пахнет очень вкусно баня. Сегодня мы остаемся в гостях. Баня. Давай. Ты рад, что у Илюшки остаешься? Я хочу на батуте попрыгать. На батуте? Да вот он! Ну, давай, убери все с него. Ты убери. Убери, мне не жалко. Угу. Там по одному только? Да? Ой, Илюшка, туда у тебя еще этот, как его играть? У тебя пианино. И пианино, ты на пианино играешь, Вань, только не урони. Это робо-пианино, блин, у меня все трясется. Ах, помочь тебе, что ли? Да. Ваня, давай. О, это синтезатор, у Илюшки тут синтезатор. Все, Ваня, шпигает. В общем... А вот это вот колонки! Это колонки, да. Скажи... Я знаю из садика! Ванюшка... Ой, стой, не прыгай пока! Стой. Счастлив, Вань, ты счастлив? А, блин, да, Ванюшка, счастлив. Стой, Вань, не прыгай пока! Все, дети? Я ж большая. Довольно. Поиграли в хоккей? Расскажите, как вы в хоккей играли, какой был счет? Сейчас мы играли в классный хоккей. А? А все, можешь прыгать? Кто выиграл-то? Вы или мы выиграли в хоккей? Илюш. Мы выиграли. Победила дружба. Ладно, все. Так, цветулька на память. Да. У нас еще елка. Сегодня уже 21 число. У нас все елка. А у нас еще елка. Ну что? Все. Ужин и баню. Ничего можно?